Доброе утро, друзья. Сегодняшний день, наверное, пойдет, скорее всего, не по плану, что мы пробили вчера на рыбалке колесо, и сегодня вот муж утром начнется у него с того, что он поставит запаску полностью, два задних, потому что два передних мы поменяли, а два задних старые. И нет смысла его как бы чинить, потому что там старая уже резина. Вот, и не знаю. Сегодня все закрыто, как бы не работает ни шиномонтажки, ни какие-то мусахи, гаражи, в которых вот можно, да, купить, поменять. А я вообще планировала сегодня поехать в торговый центр, который находится в Криете-Кроне, в районе Риховата, потому что у нас в Ришине нет таких торговых центров, которые будут работать и в шаббат. Я, правда, не уверена, что в праздники они работают, я этого не знаю. Но в шаббаты это такие торговые центры, которые работают. И туда едут очень много людей, так как это торговый центр израильских и международных брендов. С ресторанами, с детскими какими-то аттракционами. То есть есть где провести время, пошопиться, погулять, покушать что-то вкусненькое. Вот, я хотела туда поехать сегодня. Во-первых, у нас остался один сертификат, который нам дарили на Рош ха-Шана, Новый год израильский, на работе. Один я уже использовала. В этом году нам подарили сертификаты на... Их можно использовать либо в одном магазине, либо в другом. Один магазин — это постельного белья, полотенец, вот такое. А второй магазин — это магазин посуды. И вот один сертификат я использовала в магазине посуды. Второй, скорее всего, там же бы использовала бы. Плюс есть вариантик того, чтобы походила бы, может быть, пошопилась. Но, в принципе, во-первых, мне в априори сложно затащить туда мужа, а это другой город, повторюсь, так как шопинг муж равно просто апокалипсис. Вот. Тут еще такое вот с колесом. Должен поставить запаску, но это будет хорошая отмазка. Я никуда не поеду. Ну, так что какие планы на день теперь в связи с этим, я даже затрудняюсь сказать. А вечером мы должны были поехать или пойти к родителям, или к сестре мужа. То есть мы где-то у кого-то из них мы должны были собраться и продолжить нашу игру в покер, которую мы начали в шаббат. Мы ее не закончили, так как это было уже 12 ночи. Мы ее прервали, остановили, позаписывали. Правда, я уже вылетела с игры. Вот, продула я все фишки. Но я и не играла больше, чем полгода. Я не играла. Да, какое было больше полугода? Я не играла где-то с ноября месяца прошлого года. Практически год. Естественно, я уже вообще как бы потерялась. Уже и забыла какие-то комбинации и все такое. Вот как-то так. Что будет дальше, посмотрим. Выкидывать мусор, потому что запах гуавы чувствуется конкретно. Вчера вечером я его съела. Ну, вернее, доела. И вот как бы вот эти вот остатки, шкурочки, запах нужно ликвидировать. Мусор выбросила, ребят. Короче, муж утром встал, поставил запаску. И теперь стоит вот такое одоробло. Блин, запаска. Он, кстати, поехал на заправку, чтобы подкачать запаску. Она была подспущенная. Вот. И так как сейчас выходные и праздники... Короче, ничего не работает. И я так понимаю, что он хочет вообще задние колеса, то есть не ремонтировать уже то колесо, а вообще поменять их, потому что, ну, там такая уже типа старенькая резина. Когда мы взяли, то мы переднюю сразу же поменяли,
на новую, а задняя осталась прежняя, от старого, так сказать, владельца. Вот. Я так понимаю, наверное, чинить старую пробитую он не будет, потому что, говорит, все равно она уже такая ушатанная. Кстати, ребят, счетчики на воду, вот, да, это вот у нас под домами, вот так вот здесь все идет. А, все вот эти вот трубочки, шлангочки, блин. Внешний вид некрасивый из-за этого. Все вот оно такое. Вот, кстати, да, это под домом. Вот получается дом как бы на таких столбах. Это тоже идут трубы канализации. Так что вот так вот мы вчера съездили на рыбалку. И, кстати говоря, я не могу понять, вижу, почему нету на одном колесе вот такой вот штучки, на которой написан Nissan, на вот том колесе. Типа, где она? Где она? Где она? Что это за? Что это? Где? Где эта штучка? Капец, короче, ребят. Ребятки, так как сегодня выдался домашний денек, мы просидели целый день дома, так как мы не смогли никуда выехать, плюс выходной, праздники, практически ничего не работает. Транспорт тоже ж не ходит, правильно я понимаю, городской сегодня? А то, может, я была не в курсе? Поэтому у нас сегодня день, так сказать, на диване. Вот сейчас хочу приготовить я креветочки. Такие вот замороженные, не варено-мороженые. А, вот такую целую пачку я высыпаю в кастрюльку, заливаю кипятком, так чтобы поменьше они побыли в горячей воде. То есть быстро, так сказать, обработочка кипяточком, пару минут прокипели, в рассоле. Рассольчик, значит, укроп, лавровый лист, соль. Все. Туда потом, значит, креветочки в этот рассольчик. Значит, креветочки. Вот они замороженные. Их не надо не размораживать, ничего. Так, ребятки, вот они закипают, креветочки в рассольчике. Готовы. Буквально пару минут и готово. Порезала лимончик, выдавила соус чесночный. И еще вот так вот сверху поливаю соком лимона. Креветки любят сок лимона. И вот такая вот вкуснотень. Так, друзья, казалось бы, понедельник, но выглядит он так же, как и шаббат. Тоже пусто, улицы пустые, нигде никого. Сейчас уже полчетвертого. Просидели мы дома, так как муж сказал, что на запаске ехать тоже никуда нельзя. На ней даже, ну, как бы написано, что типа не больше 80 километров. И все такое, а это ехать по трассе. Ну, короче, он говорит, что мы будем плестись, и мало ли что. Он, в принципе, на запаске никогда в жизни не ездил. Вот, поэтому сегодня завершение Суккота. Суккот – праздник кущей, то бишь шалашей, один из основных танахических праздников еврейского народа и один из трех паломнических праздников. Начинается 15 числа месяца Тишрей, осенью, и продолжается 7 дней. В это время по традиции совершают трапезы, а в хорошую погоду и ночуют вне дома, в суке, то есть в шатре, в память о блуждании евреев по Синайской пустыне. Кульминацией праздника является 8-й день. Собственно говоря, именно поэтому сегодня у всех выходной. И как бы понедельник выглядит как шаббат. То есть один в один, да? Аналогично. Видите, пустые улицы. Как бы. Мало как у нас такая проблема с колесом. То есть торчим мы сегодня дома. Сейчас иду к знакомой. Она попросила вот у меня такую вот штучку для волос Natural я покупала. Ну, как силикон, как сыворотка такая, да. Всем приветик. Ой, ребятки, вот такой вот очень скучный влог. Целый день дома к знакомой. Сходила, немножко посидели. Вот, уже темно. Сейчас темнеет рано.
Вот, иду домой. Собственно, день прошел, и выходной в том числе. То есть, потому что сегодня официальный выходной. Не шаббат, а просто выходной. И мы его просидели, просто провели дома. На диване. Хотя планы были какие-то. Но машина внесла свои коррективы. Ребятки, ну а сейчас чаепитие, так сказать. Гуляй так гулять. Чаечек. Сегодня я хочу вот черный чай с горным чабрецом и мятой на ночь. Для успокоения, так сказать. И конфетки, конфетки, конфетки. На ночь. Это нечто. На этой вкусной нотке буду заканчивать свое видео. Всем спасибо за просмотры. Ставим лайки, подписываемся, пишем комментарии. Возможно, у кого-то есть вопросы. Не стесняемся, пишем. Всем большое спасибо. Всем спокойной ночи. Пока-пока. До завтра.